Да, давно мы не снимали в пути по Торонто на машине. Вот сейчас сделаем это. Поедем на машине и снимем. Вот дядечка едет. Так. Сеть Поппис. Какие-то. Ага, это Луизиана Кичен, да? Ну да, вкусные вещи делают, говорят. Фуд-трип. Какой-то жареный чикен, говорят, там вкусный. Поппис. Ну, наконец-то, когда нет, можно повернуть. Погода сегодня хорошая. Ну так, солнце особенно не балует. Но ни дождя нет, ни ветра нет. Довольно-таки тепло, так что в целом комфортная такая погода, можно сказать. Бензин, как и везде, дорогой, 200 за литр. Это, конечно, очень дорого. Но спустилось, было значительно еще выше. 200 плюс было. Сейчас еще более-менее опустилось так. А было вообще, да, конечно. С бензином напряженка сейчас, по цене, конечно. Количество нет, сколько хочешь, так и бери. Это, конечно, нет. Это все в порядке. Да, ну поехали вперед. Постоянно делают летом эти ремонты дороги, просто мучение. Ну, ремонтировали хорошо, конечно, но вот сужение дорог — это целое дело здесь. Пробки скапливаются, очень тяжело. Вот. Маски почти уже никто не носит, все наплевали уже на все это, наплевали. Всем просто надоело. Ну, уровень, конечно, спал. Хотя говорят, что опять стал подниматься. Но в метро полно народу, большинство без, практически все без масок. Так что абсолютно перестали обращать на это внимание. Про обезьяне у вас особенно так много не говорят. Пока. Около 200 случаев есть уже в Канаде. Тем не менее, да. Вот сужение дорог сделали такое. Асфальтируют хорошо, конечно. Но вот тоже как-то не надолговременно. Очень быстро портится то, что они асфальтируют. Что вот.
что автобус сюда хочет, почему-то непонятно. Погода, да, в принципе, жаркая такая, но перемежается с дождями, конечно. И недавно было просто какие-то ураганные ветра. Наконец-то ураганные ветра прошли, слава богу, так что сейчас нормально, тихо так. Тепло, да. Солнце то заходит, то выходит так целый день. На неделе будет, конечно, на неделе будет более солнечно. Это да. Сейчас посмотрим. Ветер полностью исчез, да, смотри. Такой ураган прямо был. Сейчас полностью все. Полное затишье, это хорошо. Это очень хорошо, конечно. Это начинается асфальтирование массовое по всем дорогам, перекрытия, столбики эти стоят. Значит, да, очень неудобно. Что делать? Да, ну вот так. Ну ладно, до следующих встреч.